Телевизор Novox, 40-я диагональ. К сожалению, пульта нету, боковыми кнопками не могу включить ни USB, ни Wi-Fi подключить, чтобы проверить громкость. Изображение есть. В комплекте коробка и документы. Чек куплен в мае 22 года. Также на телевизоре имеется вот, видите, сколы, их подклеивали. USB все работают, но не могу включить, так как нет пульта. На самом телевизоре никаких царапин нет. Рамка целая.